I believe it's maybe the best. Последние 15 лет я являюсь активным политически, я участвовал в различных митингах, организовывал митинги в России, в Петербурге. Последние несколько лет я являюсь муниципальным депутатом в Петербурге. Вот. И я вот в этом году вынужден был уехать из-за своей антивоенной позиции в первую очередь. Мы проводим митинги, вот будем проводить еще, собираем пожертвования на помощь как тем украинцам, которые приехали сюда в качестве беженцев, так и на помощь Украине в плане генераторов, вот всяких таких, в общем, тем, кто страдает от российских бомбардировок. Несколько человек буквально в сети ВКонтакте, например, писали мне, в том числе сербы, какие-то не очень внятные угрозы. Я не очень понимаю, чего они там хотели. Я не могу сказать, что я какую-то вот особую безопасность здесь ощущаю. То есть, и с другой стороны, не то чтобы я чего-то сильно боюсь, но я не могу назвать, что я чувствую себя как-то в безопасности.